Друзья, всем привет! Пасека с нуля, 11-е видео. Назовем его «Польза пива при ловле раёв». И приехали девочки. Ну, почему «Польза пива» чуть позже расскажу. А вот мы получили маточек от Виталика. Ральф Колбе, B80. То есть линия хорошая, ссылочку скину потом. Маточки приехали все. Дружненькие, 6 штучек, 5 нам заберем, и одну нам попросили соседи там купить. На матках указаны номера нуклеусов. Все, едем заселять. И потом вам расскажу, почему пиво полезно для ловли раёв. Так, ну вот, настал тот день, когда мы делим семьи. Вот, подготовились. В рамконосы будем ссыпать, ставить... с кормушками рамки, те, которые мы сделали в 10-й части. И тут полубедовые рамки. Также сушь. А, это полномедный сушь. Сюда будем пересыпать пчелопакеты, маточки наши, дымарик. Сейчас переодеваемся. Пчелообувь. А, вот у нас, кстати, изменился дизайн беседки. Теперь у нас такие пчелочехлы замечательные. Примерка обновкой, счастливый сосед, ну як тебе? Четко, космос готов. Дивимся на комбезик. Теперь як люди будем ходить на пасеку, давай покажем. Змеечки какие, бачите, все качественно сделано. Це, блин, кто будет писать, да, це реклама хорошего комбинезона. И за адекватные средства. Резиночки, все четко. Мне кажется, что... Четко. Что тебе кроссовки треба одеть? Комбез комбезом, но кроссовки надо. О. Все, идем делать. Да. Деление семей готово. Она отойдет зеркало, да, я себя поснимаю. Ось, вот так вот. Можно снять. Снять можно маску и идти на дискотеку, если что. Так что вот такие у нас обновочки. Ладно, пошли теперь на пасеку. Ну, сделали мы первый отводок. Вот, забрали 4 рамочки и дали вот с 70-го нуклеуса нашу маточку. Пчелки уже почуяли ее, канди скушают в погребе, и матка выйдет. Матка меченая, зелененькая, хорошо видно. Сейчас двигаемся дальше. Теперь будем ставить, собирать гнездо заново, да? Так, матку нашел? Да. На вот это она, да? Да, покажи. Угу. Где она? Давай глянем. Есть. Вот она. А что, она без метки? Чего с меткой? А, с меткой, вон, да. Светка, красненькая. Да, кстати, метки уже... Это мы у Сан Саныча еще покупали, еще прошлый год. Красная меточка. Сан Саныч, напиши в комментарии, чем ты метишь матки, держится вот чуть-чуть. Ну, конечно, стерлась, но хорошо. Видно ее. Так, отводок номер 2. И у нас тут небольшие траблы. Все пересмотрели, а нету матки. Как бы, конечно, есть вариант, что мы не заметили ли она в магазине. Но неприятненько, очень неприятненько. Что скажешь? Сейчас еще раз тогда придется пересматривать рамки с отводком. Марки? Там да, она была. Так, ну что, все, что не делается, все к лучшему. Какая ситуация сложилась с четвертым вулоком. Казал соседу убить матку, а він забыл, в райку убил, а тут не убил. Поэтому у нас получается одна маточка лишняя, и мы ее посадим у другий вулик. Там, где нема. Правильно? Там, где не нашли. Там, где не нашли, да. Та ні, там, походу, ну я все передивився. Ну вот, сказать, так сказать, повезло. Теперь переходим к райку. Так, ну райок у нас небольшой. Вот такая вот по окрасу отличается пчела кардинально. Вот. Эта семья со вторника, сегодня суббота, со вторника она без матки. Поэтому сейчас дадим им 125-го нуклеуса маточку. Вот. Ну, посмотрим, как будет они ее принимать. Оставляем
место, чтобы они съели канди. Да, я вставлю между. Вот так они сидят, и может так. Это ты перебил, оно упадет. А как ты закроешь? Да нет, давай на рамки положим. Вот так вот сверху. Между рамок. Раздвинчишь. Холстиком. Не сильно. Вот так вот. Все, положим вот так вот. А потом в понедельник посмотрим, как дела. Живы ли будет или не живы. Конечно, матка не за 300 евро, а за 320 гривен, но все равно жалковато, если не примут. Все, накрываем. А полоски. Конечно же, мы сразу же рой мы обрабатываем от клеща. Тут были советы местных пчеловодов, что рой маленький, лучше усильте какую-нибудь семью. Но усилить семью может обойтись гибелью этой сильно слабой, или ну, семью, которую усилим, потому что мы не знаем, с какими болячками может быть эта пчела, которая прилетела. А так мы ее обработаем, новая маточка, и надеемся, что все будет отлично. Ладно, сейчас несем все в погреб, и в понедельник на пару дней, в понедельник, сегодня суббота, в понедельник откроем. А, давай же подсадим во второй этот маточку. Да блин, она и так уже сколько, дней 5-6, но она еще может прожить, но не давай подсадим. Так, друзья, лайфхак, как быстро обрезать решетки Никот. Все знают, что решетка Никот в обычной, ну она не соответствует стандартам украинских ульев, то есть ульев производства в Украине. Вот, то есть она ложится, вот, ну если вам показать, ага, вот она чуть-чуть больше, то есть ее нужно обрезать, вот видите зазорчик, соответственно корпус мы сверху не поставим никак, вот, поэтому мы взяли обычные ножницы по металлу, или что это? Да, ножницы по металлу. И вот так вот аккуратно и быстро все обрезается без повреждения ячеек и всякого другого вмешательства. В чем изюм решеток Никот, да? Потому что у нее ячейки расположены параллельно улочкам, если у вас улей на холодный занос. Вот. Вот так вот мы делаем. Огонь. Ну, надо еще подрезать, еще один ряд убрать. Сейчас вымеряем и подрежем. Немного неправильно я вам сказал, дезинформировал. Обрезал пока решетку Никот, она легла на фальцы, и корпус нормально стал, то есть вот, вот такая у нас ситуация получилась, и есть проход между рамками, то есть она лежит на фальцах. Все очень круто, Никот, конечно, рулит. Так, ребята, у нас есть первый улов.